руках. Спокойно, тихо, это просто дракон. Привет. Говорящий дракон! О, это ты! Да, я, это он. Я повелитель драконов. Это невероятно. Поможешь нам найти край небес? А? Надо свериться с расписанием. Очень сложная пора. Я с ног сбилась, но не нашла. Человек, не подходи! Нет, нет, ты не понимаешь. Это повелитель драконов. Он поможет нам найти край небес. Я тебя умоляю. Ты что, ему поверил? Ты с нами никуда не полетишь. Ну, так что, может, найдем этот край небес? Еще бы! Залезай, повелитель драконов! Повелитель драконов!